Приходит ученик к учителю и говорит: «Учитель, я устал, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы. Я все время плыву против течения, у меня нет больше сил. Что мне делать?» Учитель вместо ответа поставил на огонь три одинаковые емкости с водой. В одну емкость бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал зерна кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь, яйцо и налил в чашку кофе из третьей емкости. «Что изменилось?» – спросил он ученика. «Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде», – ответил ученик. «Нет», – сказал учитель, – «это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри, твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились. Они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаково неблагоприятных обстоятельств – кипятка. Так и люди. Сильные внешне могут расклеиться и стать слабыми. Там, где хрупкие и нежные, лишь затвердевают и окрепнут». «А кофе?» – спросил ученик. «О, это самое интересное. Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде и изменили ее. Превратили кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств. Они изменяются сами. Они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации. Раз вы сбились с пути, значит, путь у вас есть. Человек, который никуда не идет, не может заблудиться».